наши, блин, дожди. Здесь сидим. Фу. Ничего, стены такие более-менее ровные. Сейчас обстрел более-менее поутих, но ничего, есть возможность чайку вскипятить. Блин, сынки уже отработали, уже все, блин. Сынка отработал. Сейчас дров. Где-то крюка с калашом потеряли. Они на восьмерку зашли, так и не вышли. Хрен его знает, где они. Переживаем все. За винчестера, за всех. Нашей церкви поддержку прислали хорошую. Обличил, что я слабый человек, ужасный, Христа во мне нет. Ну что теперь сделать? Грешник, наверное, я. И сильный. Пойду посмотрю в тот следующий окоп. Как там дела у пацанов обстоят? Сейчас миномет перенесем сюда. Вот этот дом на отшибе разваленный. Здесь как раз метров, наверное, 500. Да, боевых действий. Вот здесь поставим сейчас, наверное, его. Ну, винчестер лучше знает, куда подъедет, сейчас скажет. Кроют они, кроют. Сейчас до этой позиции дойду.
Дом как бельмо на глазу. Везде разрывы, а его не попало ни разу, слава богу. Здесь хорошая выгодная позиция. На ладони все. Вот по этим. Сейчас. Вот. 80-ка летит. Вылезу. Посмотрю. Туман, сейчас ничего не видно. Глухие разрывы-то идут. Правда, что какая-то в одной из песен. Артиллерия нас накрывала. Ох, ядришкины коты. Вот я такой вот человек. Неверующий остался. Капец. Потише хоть стало, не сильно букают. Вот наша окопная жизнь. Так вот поживешь в них неделю. И как говорил Василий Шукшин, вот эти появятся. Пацанов повезли. Ротация, ротация. Гибнут. Они сопротивляются, как изверги. Ну тоже, помирать-то никому не охота, да и отвечать придется по всей строгости. Сейчас пойду в лощину, к разведке схожу. Охотник сюда ушли. Обратите внимание, вот еще даже вот интересно так вот. Это вот старые помещичьи конюшни 17 века. Вот обратите внимание, вот здесь, как правило, люди тоже прячутся. Такое место хорошее. Здесь у нас вот печка стоит. Окладка старая еще здесь.
тех времен. Тех еще времен. Кладка еще держится. Но для бомбоубежища местным людям она более-менее пойдет. Блин, грязные, как черти мы все. Но вот здесь пока буду сидеть. Если разведка вяжет с собой, дадут зеленую ракету. Ну и чтоб не попутали, у нас эти меняются повязки. То белые, то черные, то на одну ногу белая, на другую белая, на руках красные. Ну, чтоб не попутать, потому что укры прорываются. И как правило, они это могут под нас скосить. Пароли разные у нас сейчас. То свадьба утром, вечером. Разные. Тайга, позывные. Вот. Осколок, как вмерз. Вот, обратите внимание. О, лежит. Туда в лощину уходит дорога. Вон там разведка. Охотник вот там. Вот. В этой лощине. Оттуда они должны подать знак. Вот старые тоже здесь строения. Вдалеке стрелковое ружье уже пошло. Вот камни спускаются, какие, какая кладка. Погода сегодня туман. Вот наши пошли обрабатывать опять. Что-то по гуманитарной помощи наши из Челябинска молчат. Не знаю, что такой-то дурдом. Да с одной стороны, а кто поедет? У нас осталось подразделение здесь просто дежурных и вот какие-то загрузки осуществить на передовую, чтобы вести. Минометы работают опять. Командиров тоже очень много. Сотрудничество что-то вводную дали, приказ, если войска ЛНР не сотрудничают с нами, то без предупреждения разоружать их. А если оказывают сопротивление, стрелять по своим же. Ничего не могу понять, какая-то дележка здесь идет. Не знаю. Восьмидесятки работают. 4 километра. Линия обороны не так далеко. Вон они летят. Показал бы, как они ложатся, но туман. Ничего не видно. Не видно ничего. Ладно, буду ждать ракету. Зеленую.
Буду ждать ракету. Что передать Винчестеру, что с охотником все нормально. Вот люди живут не шибко богато. Но сейчас мы их увели отсюда. Куда? Такой обстрел стоит. Косит все. Вчера нюхалку одну сбили, то есть беспилотник укровский. Вот окопы, пацаны там сидят, не вылазят. Я уже 3 раза пиздюлей получал за съемку, потому что все местные жители боятся так вот. Ну, а я знаю, что я не выложу их в интернет-то, но боятся они то, что вдруг выложу и это узнают укры, тогда трындец. Ладно, в окоп спущусь. Что конкретно, вот даже копали их, а посмотрите, сколько угля. Посмотрите, сколько угля вот прям в верхних слоях. Хороший такой донбасский уголь, вот обратите внимание. Вот земля такая жирная, такой уголь хороший. Живи, радуйся жизни. Нет, война. Кому, а кому мать родна, кто бабло стрижет. Ладно, пойду я. Сейчас должны подойти, поменять меня. Давайте.